Готовим начинку для пирога, самую простую и очень быструю. Две яйца разбиваем в шейкер. Вливаем чуть-чуть сливок. Кладем соль. Закрываем шейкер. И все взбиваем. Яйца в шейкере очень быстро взбиваются. Наливаем в Браво Делайт. И ставим в микроволновую печь предварительно на 2 минутки. Теперь, пока яйца готовятся, помыли лук и сушим его. Сушим в нашей карусели. Лук практически сухой. Воду из карусели надо вылить и вытереть тряпочкой. Чаша может пригодиться теперь для начинки. Берем ножницы наши и нарезаем лук. Лук мелко порезали. Через 2 минуты получился вот такой омлет. И не надо варить даже яйца. Омлет закидываем в лук с грибочком. Все до самой крошечки положим в нашу начинку. Чуть-чуть присолим. И положим немножко плавленого сыра. И все перемешаем. Вот такая начинка у нас получилась ровно за 5 минут.